Все мы знаем, что турецкие мужчины славятся своей восточной красотой. Ну, конечно, жгучие брюнеты атлетичного телосложения кому такие не понравятся. А вот женщин турецких зачастую обвиняют в том, что они красотой обделены. Но мы хотим это опровергнуть и представить вам топ турецких прекрасных актрис, который быстро разубедит всех в таком стереотипе. Эта красавица не просто хорошая актриса, но еще и хорошо образована. А родилась она не на своей родине, но творческий потенциал раскрыла именно там, в самом сердце Турции, в Стамбуле. Хоть из-за съемок в сериалах ей пришлось брать академический отпуск, в 2014 году она все-таки заканчивает исторический факультет в Босфорском университете. Так что Фахрие развивается на всех фронтах и бегло говорит на четырех языках – испанском, немецком, английском и турецком. Бэйрон получила титул «Женщина года» в 2013 году по версии журнала GQ. Эта красотка, как и предыдущая, не просто творческая личность. Она закончила специальность менеджмент в Анкаре, а на кастинге стала ходить еще будучи студенткой, соревнуясь в конкурсах с молодыми актерами. Ее быстро заметили и стали всячески привлекать в разные турецкие сериалы. Но это не предел. Звание «Алмаз Турции» у нее уже есть, а что будет дальше, увидим, потому что все дороги перед ней открыты. Мерьем не чистокровная турчанка, да и родилась она в Германии, так что немецкая кровь добавила ей европейского шарма, сделав его еще прекраснее. В отличие от предыдущих красавиц, Мерьем изучала актерское мастерство в Академии Гамбурга, так что она не явилась в киноиндустрию из ниоткуда, только со своей харизмой. Прекрасная Туба закончила университет изобразительных искусств имени Мимара Синана по специальности художник по костюмам и декорациям. Модельная внешность и трудолюбие обеспечили ей контракты с крупными брендами, лицом которых она стала. После взлета в моделинге ей начали поступать различные предложения сняться в сериалах и фильмах. Первую главную роль она получила только в 2005 году в сериале «Под сенью лип». Тогда и начался ее подъем в актерской деятельности. Юная Неслихан начинала свою медийную карьеру со съемки в рекламных роликах. Довольно быстро завоевав популярность, она начала сниматься во множестве сериалов и фильмах. Самой значительной ее ролью, принесшей ей мировую популярность, стала роль Лив в фильме «Все, что мне осталось от тебя» в 2015 году. Несмотря на свою молодость, актрисе всего 26 лет, она стремительно поднимается в топы лучших турецких актрис и получает награды за свою деятельность. Саадет начала сниматься с самого детства, где она себя только не испробовала в музыке, театре, профессиональном кинематографе. Она участвовала в различных турецких телешоу, но затем решила серьезно заняться именно актерской карьерой, поэтому поступила в Нью-Йорк в актерскую академию. Получив отличное образование, она вернулась на родину и теперь предложений в съемках хоть отбавляй. Хотя все равно российский зритель знает ее лучше всего по сериалу «Великолепный век». Мелике довольно поздно начала свою актерскую карьеру, зато очень быстро добилась успеха. Она заканчивала факультет международных отношений в университете Билкент в Анкаре. После окончания учебы она занялась организацией свадебных мероприятий, на одном из которых ее заметила кинопродюсер. Так что Мелике попала в эту сферу случайно, но закрепилась там очень хорошо. Сейчас она больше всего известна миру по уже нами упомянутому сериалу «Великолепный век». Сельма, как и Мерьем Узерли, родилась в Германии, а в ее жилах, помимо турецкой, течет также немецкая кровь. Модельная внешность и параметры красотки позволили ей попробовать себя в новой сфере, потому что изначально Сельма заканчивала медицинский университет. Да и где она только не училась, в Германии, в Англии, во Франции, в Турции. Вот таким был список прекрасных турецких актрис. Ставьте мотивирующие лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, как вам турецкие кинодивы. Также не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие интересные передачи. Будьте с нами интересно. Как всегда, спасибо за просмотр. До встречи!